Здравствуйте, уважаемые нумизматы! Сегодня с вами видеоторг номер 4. С вами Дмитрий из компании «Русская монета». Буду демонстрировать вам лоты черного квадрата 1961-91. Прошлые видеоторги вызвали достаточно большой неподдельный интерес. Вы многие лоты выкупили, спасибо вам за это. Еще раз напоминаю, если вы хотите зарезервировать лот, вы пишите на наш мобильный телефон слово «резерв» и название лота. Итак, поехали! Первый лот, который сейчас я вам хочу представить, видеоторги номер 4. Это 50 копеек 1961 года, достаточно интересный год для 50 копеечных монет. Посмотрите, какое состояние. Состояние отличное, экстра файн плюс. Стоимость лота на сегодняшний день составляет 500 рублей. Это ни много и ни мало. Прошу покупать. Итак, сейчас переходим к следующему лоту. Это лот номер 100202. Это 50 копеек 1965 года. Тоже интересный год для полтинников 1961-91. Состояние монеты экстра файн с плюсом. То есть отличное состояние. В принципе, у нее все на месте. Монета достаточно хорошая. Вот, и год не такой обычный. Стоимость монеты составляет всего лишь 300 рублей. Итак, переходим к следующему лоту. Это уже ударная позиция, 20 копеек 1965 года. Состояние Brilliant Uncirculated, то есть с монеты в идеальном состоянии со штемпельным блеском. Стоимость монеты редкой этой монеты, посмотрите, она имеет штемпельный блеск, составляет 6000 рублей. Еще раз напоминаем, это лот 100203. Переходим к следующему лоту. Это лот 100204. Это 15 копеек 1965 года. Также обращу внимание, что это редкая монета. Состояние Brilliant Uncirculated. То есть тоже в идеальном состоянии со штемпельным блеском монета находится. Стоимость монеты составляет на сегодняшний день 6000 рублей. Переходим к лоту 100205. Это у нас 5 копеек 1965 года. Состояние УНЦ плюс, то есть превосходное состояние. Монета не была в обращении. 5 копеек 1965 года. Это тоже достаточно редкая монета. Посмотрите внимательно, тоже штемпельный блеск прослеживается, но не так ярко, как в предыдущих монетах. Стоимость монет составляет 5500 рублей. Следующий лот 10-20 копеек 1966 года, лот 100206. Это монета немножко потертая. Вот, состояние монеты Very Fine Plus, поэтому стоимость монеты составляет уже не так много, 5000 рублей, хотя монета очень редкая. Но если у кого не хватает монеты, прошу покупать. Следующий лот — это 15 копеек 1966 года. Состояние также очень хорошее, Very Fine Plus. Стоимость монеты составляет 5500 рублей. Монета немножко притертая, но тем не менее год редкий, поэтому ее очень сложно найти, и поэтому можно ее в принципе купить даже в таком состоянии. Переходим к интересной 5-копеечной монете, 5 копеек 66 года, в идеальном состоянии. Состояние Brilliant Uncirculated, то есть в идеальном состоянии со штемпельным блеском. Монета редкая, 5 копеек 66 года. Стоимость монеты составляет 5000 рублей. Вот, к ней особых претензий нет, так что прошу покупать. Следующий лот 100209. Это 20 копеек 1967 года. Состояние Brilliant Uncirculated, то есть БУ. Идеальное состояние. Никаких погрешностей, потертостей, царапин и так далее. Просто идеальное, ровное, красивое поле. Стоимость монеты составляет 2700 рублей.
Следующий лот это 10.02.10. Это 20 копеек 1967 года. Немножко похуже у него состояние. Это состояние ОНЦ. Прошу любить и жаловать. Но немножко похуже, чем предыдущий экземплярчик. Хотя монета достойная тоже. Чеканный блеск немножко уже более мутный. 2100 рублей. Стоимость монеты. Следующий лот это 10.02.11. Это 15 копеек 1967 года, также редкого года. Состояние идеальное. Brilliant and Circulated. То есть выше, чем ОНС. Стоимость 2600 рублей. 15 копеек 1967 года. Достаточно хороший штемпельный блеск. Переходим к следующему лоту. Это лот 10.02.12. Монета называется 15 копеек 1967 года, только уже более притертенькая. Состояние у монеты very fine с плюсом, то есть очень хорошая. По этой причине цена у нее меньше, чем у предыдущего экземпляра, хотя степень редкости такая же. Стоимость монеты составляет 1900 рублей. 15 копеек 1967 года. Следующая монета это 10 копеек 1967 года. Состояние Brilliant and Circulated, то есть идеальное состояние со штемпельным блеском. Состояние идеальное, стоимость монеты составляет 2600 рублей. Это тоже очень редкая и красивая, к тому же, монетка. Посмотрите, какой у нее ровный чеканный блеск. Практически нет у нее никаких претензий. Следующий лот это 10.02.17. Это 5 копеек 1967 года. Состояние у монеты ОНЦ плюс, то есть превосходное состояние. Конечно, есть определенные у нее погрешности, но тем не менее монета замечательная, превосходная. И стоимость монеты составляет 2700 рублей. 5 копеек 1967 года. Это у нас лот 10.02. Соответственно, 15. У нас ошибка в прошлом лоте. Там был 10.02.14. Этот лот 10.02.15. Это 5 копеек 1967 года. Состояние ОНС. Стоимость монеты составляет 2300 рублей. Следующий лот это 20 копеек 1968 года. Лот 10.02.16. Состояние также Brilliant and Circulated. Идеальное состояние, штемпельный блеск. Все регалии у монеты налицо. То есть стоимость монеты составляет 2700 рублей. Прошу любить жаловать. Следующий лот у нас 10.02.17. Это 15 копеек 1968 года. В идеальнейшем состоянии. Также Brilliant and Circulated. И хочу обратить ваше внимание, что вы можете наши монеты посмотреть поподробнее в каталоге. Посмотреть отдельные видеофрагменты по каждой монете. И обязательно просматривать все видео. Стоимость монет составляет 2700 рублей. Это монета 15 копеек 1968 года. Следующий 15-копеечник 1968 года имеет немножко худшее состояние для сравнения. Это монета Very Fine Extra Fine. Стоимость составляет уже 1800 рублей, хотя степень редкости, как у предыдущего экземпляра. Так что смотрите внимательно. Монета, в принципе, достойная, и цена у нее ниже 1800 рублей. Следующий лот это у нас 10 копеек 1968 года, Brilliant and Circulated, 10.02.19, идеальное состояние, стоимость монеты составляет 2700 рублей.
Следующая монетка, это у нас пятачок 1969 года. Very fine, extra fine, не такое идеальное, но просто обычное рабочее состояние у пятачка. 5 копеек 1969 года. Это монета Very fine, extra fine. Монета редкая. Лот 10.02.20, стоимость 3000 рублей. Следующий лот, это редчайшая монета 20 копеек 1970 года. Редчайшая, еще раз обращаю внимание, ваша монета. Состояние тоже достаточно интересное. Extra fine ONC. То есть она не дотягивает до ONC, но состояние отличное. Стоимость монеты составляет 9500 рублей из-за ее степени редкости. Следующий лот у нас это 10.02.22. Это 5 копеек 1971 года. Вот такая вот монета достаточно интересная. 5 копеек 1971 года. Достаточно тоже редкая монета. Стоимость монет составляет 4000 рублей. 300 рублей. Состояние Extra Fine ONC. Прошу любить и жаловать. Следующий лот это у нас 10.02.23. Это такой непростой полтинничек 1972 года. То есть не такой, конечно, редкий, но такой интересный полтинничек. 10.02.23. Состояние Extra Fine ONC, стоимость всего-навсего 300 рублей. Следующий лот уже очень редкий, это 20 копеек 1972 года. Состояние у монеты Extra Fine Plus, то есть в отличном состоянии монета, 20 копеек 1972 года. Есть какие-то небольшие пятнышки, но монета очень приличная, 20 копеек 1972 года. Редчайшая монета. В принципе, вы ее с трудом можете, я думаю, найти. Состояние Extra Fine с плюсом. Стоимость монеты 10.02.24 лот. Составляет 8000 рублей. Следующий лот, который хочу вам показать, это 50 копеек 1973 года. Достаточно простая монетка, но тем не менее выделяющийся полтинник из ряда другого ряда полтинников. Стоимость монет составляет 300 рублей. Extra Fine. Лот 10.02.25. Итак, следующий лот 10.02.26. Это редкая уже монета. 20 копеек 1973 года. Very Fine, Extra Fine состояние. Это качество монеты. Very Fine, Extra Fine. Отличное мое состояние. 20 копеек 1973 года. Стоимость монет составляет 6800 рублей. Не 8, не 7, а 6800. Прошу покупать. Следующий лот. Это 15 копеек 1973 года. Лот 10.02.27. Еще раз обращу внимание вас, что все монеты можете посмотреть в нашем каталоге. Все расписано и показано. И посмотреть каждый фрагмент отдельно этого видео. Стоимость монет составляет 6800 рублей. Монета в достаточно интересном состоянии. Следующий лот, который хочу вам показать, это 15 копеек 1974 года. Опять у нас пошло состояние Brilliant and Circulate, то есть идеальнейшее состояние со штемпельным блеском, превосходное состояние. То есть 15 копеек 1974 года. Лот у нас называется 10.02.28. Стоимость монет составляет 3000 рублей. Прекрасный экземпляр для вашей коллекции. Итак, переходим к следующему лоту. Это 50 копеек 1976 года. Уже достаточно интересный полтинничек 76 года. Лот номер 10.02.29, 50 копеек 1974 года, стоимость 1400 рублей монета составляет, состояние Very Fine, Extra Fine. Еще раз, 1400 рублей за достаточно достойный полтинник 76 года, при этом монета достаточно редкая.
Так, следующий лот, это у нас лот 10.02.30. Это у нас 20 копеек 1976 года. Состояние превосходное. УНС состояние. Все регалии монеты налицо. То есть стоимость монет составляет 4800 рублей. Уже не так-то дорого для такой монеты. Это редкая монета. Прошу покупать. Следующий лот, это у нас 10.02.31. Это у нас вот необычный полтинник 1989 года. Год не такой редкий, но посмотрите, какое превосходное состояние. Состояние тоже у него БУ, то есть УНС со штемпельным блеском, хотя монета не из наборов извращения. Стоимость монеты составляет в таком состоянии 400 рублей 50 копеек 1989 года. Следующий вот это 10.02.32. Это вот всеми любимый 10-копеечник 91 года. Причем без букв монетного двора. Состояние монеты ОНС с плюсом. То есть достаточно красивая монетка. Стоимость монеты составляет 2500 рублей. 10 копеек 91 года без буквы. Итак, последний лот. Представляем, это лот 10.02.33. Это тоже 10-копеечник 91 года без буквы монетного двора. Он чуть-чуть похуже, станет тоже УНС, чем предыдущий экземпляр. Но тем не менее очень достойная монета. 10 копеек 91 года без буквы монетного двора. Состояние УНС превосходное. Стоимость монеты составляет уже меньше, чем предыдущий экземпляр. Это стоимость монеты составляет 2000 рублей. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами закончили сегодня видеоторг номер 4. Как видите, я вас сильно долго не мучил различным количеством лотов. Лоты все редкие, все интересные. Делайте выбор, ставьте ставки, пишите нам слово «резерв» на наш телефон мобильный. Плюс 7 925 772 44 58. Вы пишите номер понравившегося лота и слово «резерв». То же самое вы можете сделать по электронной почте rariki@yandex.ru. Если вы сделаете ваш заказ, монета будет зарезервирована, и никто другой уже не сможет ее, кроме вас, купить. Далее наш оператор связывается с вами, и мы делаем с вами уже сделку. Всего хорошего. Я надеюсь, вам нравится этот режим видеоторгов. Я буду делать в будущем его не такими большими выпусками, но более так концентрированный и больше редких монет. Всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании «Русская монета».